Добрый день, господа! Вас приветствует программа «Черновик трейдера», сокращенно «ШИТ» от слова «хитовый 717». То есть возвращаемся к нашему дневничку. Вчера мы вам очень быстро показали, как можно заработать больше, чем $500. По факту у нас вышла чистая прибыль $580. Как вы помните, вышли мы на самом верху и побежали в магазин за вином по простой причине, что здесь у нас наша система показала сигнал на выход. По 15 минутке, можем сказать, что было на 5 минутках. На 5 минутках такой длинной терминал, что ни черта он не показывает. Поэтому нет у нас никакого выбора. Будем смотреть, что было на 15 минутках снова. То есть просто был всплеск. Мы вышли и очень долго с вами разговаривали о ширине хода, о широте шага, да? То есть вот установили для МС мы величину хода в 30 центов, да? А сегодня отпадало почти 40 центов, да? То есть, в принципе, уже укладывается в наши рамки, на нашей системе работы с этой акцией. Что мы делаем? Мы не просто откупим вчерашние 2000 лотов, но еще и добавим тыщенку, то есть, чтобы не было нам скучно. И так, у нас позиция 3000 лотов и 40 центов, акция отпадала. Сейчас пятница, конец дня уже через полчаса, то есть все эти позиции, естественно, будут переноситься через ночь, и продавать мы их будем только по приему вилка. То есть мы, конечно, может быть и выйдем там частями на 2.95, на 3, да, чтобы продадим. Но 99% вероятности, что мы будем использовать прием вилка, то есть мы дождемся нового максимума и будем продавать уже где-то 3.25. То есть мы покажем, что забираем $0.5, и эти $0.5 на нашу величину 3000 лотов дадут нам, грубо говоря, $1500 чистой прибыли. Приплюсуем к тем деньгам, с которыми мы бегали за вином, у нас уже будет $2100 чистой прибыли, а программе нашей всего лишь сутки. То есть всего лишь сутки, и используем в акциях мы пока что не больше $10000, а 15-20 у нас всегда в кэше. Всего доброго, спасибо за внимание, удачи!